Еще один вариант макушечки хочу показать. Вот в виде вот такого цветочка. Вообще элементарный вариант закрытия. Очень подходит для резиночки 1 на 1. Что вы делаете? Вы вяжете полностью высоту шапки. Кстати, видите, у меня здесь шапка без перемычки. То есть ее можно как в один слой носить, так и с отворотом. Это не важно, по большому счету, как ее носить. Она по-всякому хорошо будет. Итак, вы связали полностью высоту вашей шапки. Вот до макушки прям совсем полностью. А дальше что вы делаете? Вот смотрите, рисунок здесь, резиночка 1 на 1. Вы берете петлю лицевую и следующую изнаночную за ней вместе и провязываете одной лицевой. Следующую лицевую и изнаночную берете и провязываете одной лицевой. То есть таким образом вы убавляете сразу половину петель. Видите? И у вас получается лицевая. И вот образуется вот такая вот тоже интересная макушечка. А вот потом сюда ставите помпончик, если хотите, или просто так потуже затягиваете и оставляете. Я затянула не сильно туго, потому что я еще не определилась, что здесь будет, помпончик, или я просто все это затяну, чтобы никакой дырочки, конечно же, не было.